донести, это прекрасно. Я в свое время тоже хотела пойти в политику, но я поняла, что там, ну, честно говоря, так все коррумпировано, не будут слушать то, что я хочу донести. Может быть, это не понравится кому-то, и меня быстренько уберут. Поэтому это, конечно, сложно, и я горжусь этими людьми, которые идут в эту среду. Вот. Пусть они популярны, пусть не популярны. Главное, они что-то хотят донести, сделать что-то хорошее, это прекрасно.